Здравствуйте! В прямом эфире новости 7 канала. Сегодня 2 сентября в студии Наталья Архипова. Прямо сейчас самые актуальные и важные новости Красноярска к этой минуте. С календарной осенью на дороге Красноярска вернулись и пробки. Сегодня в утренний час пик специальные сервисы показывали 7 баллов. Самый напряженный участок – улица Матросова. Там середина августа идет ремонт теплосетей, а накануне энергетики перекрыли еще одну полосу. До 12 сентября частично закрыт участок возле железнодорожного моста, из-за чего плотное движение и на прилегающих улицах Семафорной и 60 лет Октября. Кроме того, в пробке встала и часть левого берега. В первую очередь затруднения в районе города Кана, Караульная и Партизана Железняка. Днем передвигаться тоже довольно-таки сложно. А где, вот на каких участках? В основном это Матросово, Семафорная, Матросово. И по просрабу. Надо раньше как-то выезжать, стараешься пораньше детей в садик завести для того, чтобы успеть на работу не опоздать. К этому относиться надо спокойно. Есть, конечно, кандидаты, которые на дороге начинают, там, допустим, играть в шашечки, либо, ну, понимаете, о чем я говорю, либо там как-то пытаться прорваться. Но зачем? Все равно на перекрестке становимся снова вместе. Снова перенесли сроки открытия дороги на смотровую площадку на Николаевской сопке. Проехать и полюбоваться на город с одной из самых популярных точек можно только с 5 сентября. Однако даже к этому времени проезд откроют только частично. Затянулись перекрытия из-за дождей, при которых работы пришлось останавливать. Кроме того, в сложившейся ситуации частично винят и водителей, которые, несмотря на ограничивающие знаки, все равно пытались добраться до смотровой. При этом они ехали прямо по ремонтируемому участку. Полностью дорогу обещают открыть 15 сентября. Два школьника помогли задержать грабителя. В Ленинском районе на глазах у 14-летних подростков мужчина вытащил деньги у пенсионера из кармана и стал убегать. Ребята увидели это и бросились за ним. 61-летний потерпевший и не надеялся, что преступника поймают. Однако парни не только догнали, но и смогли задержать мужчину. Более того, они скрутили его и привели обратно на место преступления. В это время пострадавший пенсионер уже вызвал полицию. Оказалось, что предполагаемый преступник уже ранее был судим. В этот раз он попытался похитить у пожилого мужчины 7000 рублей. Теперь подростков, которые помогли задержать грабителя, наградят полицейские, а преступнику грозит новое уголовное дело по статье «Грабеж». Там он побежал, перелез через одну из вот этих балок, как бы заборчик. И там он перелез через вторую и пошел уже в сторону Никиты. Мы начали его расспрашивать, что украл. И все, получается, мы его под руки взяли и повели туда. Там дедушка уже на месте полицию вызвал. И вот его забрали. А я этот деньги снял. И деньги забрал позже, и пошел. Он немножко пошел. Там сзади подбегает. Чирик у меня с кармана, он в кармане. Чирик у меня выпал. И побежал. Погиб в голову, болезнь. Ребята, дали день побежали. Я их там благодарил, тут вообще, ну, конечно, это я очень-очень давно, очень. Просто я рад, что такие ребята раз. Прям не ожидал, я просто не ожидал. Молодежь, это такой посмотрел. Уже 12 красноярских школьников и студентов приобрели бесплатные билеты в театр. Все благодаря пушкинской карте, которую запустили накануне. Напомню, ее владельцы смогут бесплатно посещать концерты, музеи, театры и культурно-досуговые учреждения. Главное условие, чтобы вам было от 14 до 22 лет включительно. Для оформления такой карты нужно скачать приложение «Госуслуги Культура». Там подтвердить свою личность и в электронном виде подписать документы на открытие и получение карты. После на нее поступит 3000 рублей, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий до конца года. Выбрать их можно в афише. В Министерстве культуры говорят, цель проекта – помочь молодежи приобщиться к культурному досугу. Мы все с вами когда-то были молодыми, мы были школьниками, мы были студентами. И помним, как очень непросто принимать решения, те деньги, которые дали родители, на что их потратить, сэкономить, отложить на что-то. Теперь такой проблемы у молодежи, у нашей не будет. С этой карты нельзя рассчитаться в магазине за чипсы или шоколадку. По ней можно только попасть на спектакли, концерты и выставки в тех учреждениях, которые уже принимают участие в этой программе. В Красноярском крае таких учреждений на сегодняшний день уже 15.
Такая карта доступна по всей стране, поэтому воспользоваться ей можно в любом городе. Оформить пушкинскую карту еще можно успеть до конца года. С 1 января ее нужно будет перевыпустить, только лимит будет уже 5000. Отмечу, что купить поход в театр может только держатель карты. Отдавать свой билет родственникам или друзьям запрещено. Это все проверяется, поэтому обмануть систему не удастся. Непотраченные деньги сгорают в конце года. Сейчас систему тестируют, полный список заведений, которые можно посетить, обещают расширить. Программа пушкинской карты рассчитана до 2023 года. Прежде всего хочу сказать, как человек, который не так давно был молодежью, что я страшно завидую этому проекту, появлению этих карт. Это просто подарок какой-то, потому что я, будучи студентом, не могла мечтать о том, чтобы мне дали карту с каким-то номиналом денежным, на который я могу посещать заведения. Сам ребенок, человек, как взрослый, регистрирует себя, сам себе может покупать билет, не дергать мам, купи билет. Он сам делает выбор, сам может идти куда-то на какое-то мероприятие. Первокурсникам, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, торжественно выдали студенческие билеты. В этом году в вузы Красноярского края поступили 63 стобальника. Из них двое сумели сдать экзамены на высшую оценку сразу по нескольким предметам. Всего в крае новобранцев приняли 10 институтов и университетов. В них поступили 17 тысяч человек. Из них 12,5 тысячи заняли бюджетные места. А одаренным студентам в правительстве края вручили цветы, заветную корочку и памятные подарки. Книгу о нашем крае и брендированную флеш-карту. Вы поступили правильно, связав свою жизнь с университетами Красноярского края и самим Красноярским краем. Ставьте перед собой самые высокие цели и упорно к ним идите. У вас все получится. Я в этом убежден. Удачи вам. Больше всего стобальников собрал Сибирский федеральный университет. Это 42 человека. Среди поступивших выпускники школ не только Красноярского края. Есть отличники из соседних регионов и даже из Свердловской области. Также среди тех, кого сегодня поздравляют в правительстве края, есть двое выпускников Московской Бауманской инженерной школы. Потому что мне больше всего понравилось учебный план. Я в первую очередь ориентировался именно на него, когда выбирал университет. И на этом же этапе у меня отсыпались почти все столичные вузы. Вот. И на втором уже этапе, когда я выбирал, где конкретно я буду проживать, ну, я понимаю, что мне нужно будет общежитие и все такое. А тут просто равных СФУ уже не было по всей России. Десятки миллионов за автомобили штрафников, перевертыш от водителя без прав и работа с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Об этом мы не только расскажем далее в двух словах. Юноша без прав перевернулся на «Хонде» в Советском районе. Авария произошла на улице 9 мая напротив торгового центра «Планета». Нарушитель на «Хонде Фит» наехал на внедорожник «Форд», который ехал с ним в одном направлении. А после оба автомобиля влетели в «Фольксваген Поло». В результате автомобиль виновника аварии оказался на крыше. При этом из-за происшествия никто не пострадал. И еще одна авария в Красноярске. На этот раз женщина на внедорожнике разбила 4 припаркованных автомобиля. Водитель серого Land Cruiser не справилась с управлением, выезжая с парковки на улице Тотмина. Судя по записи с камер видеонаблюдения, помехи у женщины не было. И, возможно, она перепутала педали тормоза и газа. Однако участники ДТП ищут свидетелей или записи с регистраторов, чтобы убедиться, не подрезал ли другой автомобиль внедорожник. Десятки миллионов рублей в казну принесла продажа автомобилей в Красноярском крае из-за штрафов их владельцев. Всего с начала года было арестовано судебными приставами почти 2000 автомобилей должников. От их продажи получили около 24 миллионов рублей. Последним случаем стал арест премиального английского внедорожника, у хозяйки которого был долг в 14 тысяч рублей за нарушение ПДД и превышение скорости. Самые высокооплачиваемые вакансии на севере Красноярского края назвали бурильщика. Его труд оценивают в 173 тысячи рублей. На втором месте рейтинга машиниста автогрейдера с зарплатой в 150 тысяч. Обе вакансии предполагают вахтовый метод работы. На третьем месте вакансия в Красноярске. Менеджер отдела планирования и мониторинга добычи новых месторождений может получить 139 тысяч рублей. А сейчас ежедневная сводка оперативного штаба. За последние сутки коронавирусом заразились 415 человек, 73 из них – красноярцы.
Это меньше, чем накануне. С каждым днем увеличивается разрыв между количеством новых заболевших и выздоровевших. Также сокращается число людей на карантине. Ежедневно на него отправляют почти 3000 человек, которые контактировали с зараженными. Однако выводят с изоляции еще больше. Сейчас дома под наблюдением врачей находится 35,5 тысяч жителей края. Не удается лишь справиться с высокой смертностью. Сегодня коронавирус унес жизни 26 человек. Избирательная комиссия Красноярского края получила бюллетени для выборов депутатов в Законодательное собрание и Государственную думу. Сегодня их выдали из типографии. Специалисты тщательно проверили, правильно ли указаны все данные. Всего в типографии отпечатали больше 8 миллионов экземпляров. Они отправятся в населенные пункты по всему региону. Для краевой столицы избирательные листки будут готовы на следующей неделе. В части сохранности бюллетеней, безусловно, на все время, пока идет печать бюллетеней, пока мы не выдадим все бюллетени, не отправим спецсвязью или не отдадим нашим территориальным комиссиям, здесь дежурят наряды полиции. Поэтому с точки зрения обеспечения безопасности, естественно, мы все эти нормы соблюдаем. С точки зрения безопасности на избирательных участках, то когда они попадут туда, они тоже будут приняты под охрану. В этом году выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. На участках, как и в прошлом году, на голосовании за поправки в Конституцию будут действовать антиковидные меры. Избирателям при необходимости выдадут маски и перчатки, а также придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Похожие меры приняты и для тех, кто голосует, например, из дома. В этом случае человек получит индивидуальный пакет с бюллетенем и ручкой, а члены комиссии придут в защитных халатах. И на этом у нас все новости. Если у вас есть свои, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши Viber и WhatsApp. Номер 8-391-2-900-333. В студии для вас работала Наталья Архипова. Увидимся на 7-м.